Всем привет! Сегодня у меня выходной. Вот чем я занимаюсь дома. Я сегодня достала рыбу, всякую разную, которая у меня есть. Так, сделаю, наверное, я из красноперки. Там пару кунжичек маленьких. Котлет сделаю. Из сушилки надо будет достать корешку, которая подсохла, которая повялилась. Вот уже она достаточно сухая, можно ее снимать. Вот так, надо будет достать там их, наверное, шампуров 10 висит. Я достала с морозилки камбалу, Это у меня окуни. Это еще летом ловили в 2020 году. Здесь у меня сима, наверное. Тут кита. Там снизу горбуша. Это все разморозится. Хочу посолить, повялить и покоптить. Вот у меня еще камбала есть. Эту я тоже посолю и покопчу. Так, потом это все разморозится, я покажу. Сейчас не очень видно. Вот перекручиваю филе красноперки. Вот. Буду делать котлетки. И сегодня я хочу съездить на почту, отправить посылочку, вяленую корешку и навагу. Вот, кто просил, сегодня я сделаю такую запись, чтобы вы знали, во сколько обходится посылка с Сахалина. Ну, это для тех, кто хотел бы заказать корешку, чтобы знали, какая будет стоимость пересылки. Вот отправляю я, вот смотрите, там сейчас вот совсем немного, это я достала с холодильника, чтобы пока мы сейчас доедем, она холод отдаст. Вот навага и корешка. Там посмотрим, во сколько же она нам обойдется. А вы думаете, хотите вы или нет? Вот, упаковываем. Это корешка. Так, вот бумажку. Потом в общий пакет.
Так. Герметично не надо за это. Главное, чтобы она дышала. Это навашка пошла. Тут вроде бы как есть соленая и не соленая. А может быть она вся соленая? Я уже не помню. Это ты солила. С головой, которую, да, да. Мы солили. Это уже. А без головы это не наш посол. Да? Ну сходи сам, да? Угу. Потом принесет чек, отправку, и все увидим. Пойдет он вот туда, вот. Отсюда прям напрямки на самолет отправит. Так, вот, пришел Вовочка, отправил посылку. Вот, это в какую область? Ленинградская. Ленинградская область. А вес какой у посылки получился? 1600, 35 килограмм. Кило 635. Обошлось 1680 рублей. Вот. Отправили. Ценность какую-то указал? Нет. Нет? Вообще бесценная? Бесценная, она бесценная. Бесценная рыба. Так, не забываем еще о том, что есть упаковка, которая стоит вот такую сумму. Это мягкая упаковка, пакетная. Вот она обошлась 85. А если в коробочке отсылать, то она стоит, ну, от 100 рублей, от 150, наверное. Вот. Так что плюс к той сумме, сколько там вышло у нас, плюс еще вот эта сумма. А еще плюс мне за труды. А у нас сегодня дождь идет. Смотрите. Сегодня 29 марта. Дождь идет. Вроде бы с утра холодно было. Разморозилась у меня рыба. Вот, это окуни. Сейчас я их разделаю на филешки. Так, вот я ее сполоснула. Видите, какая она? Рыбка, окунь. Так. У нее плавники все костлявые, очень острые. Так что будем так вот разделывать.
Все, вот. Вот этот крупненький экземплярчик окуня. Такой на килограмм больше, наверное. Тоже, так же мы его разделаем. Не знаю, может чешую чистить, не чистить. Все же коптить. Как вы думаете? Лучше, когда он будет, наверное, целый. Тут так некрасивый будет. Вот я почистила камбалу. Ну, я ее вот таким вот образом я ее голову отрезала и часть, где находится внутренности. Вот так вот. Вот так я ее посолю. Сделала рассол, как обычно я делаю. Сейчас я ее заложу. Придавлю тарелкой. Так вот. И тарелочкой придавлю. Все. На часа два постоит. Два часа постоит. И потом я ее повешу вялиться. А потом еще и покопчу. А это я уже разделала симу. Она такая толстенькая. Видите? Чистенькая. Я ее сейчас тоже на пласты и посолю. Симужным посолом. Рыбка. Не битая, не кровавая. Так, беру 2 столовые ложки соли. 1 столовую ложку сахара. Теперь нужно оставить ее, не знаю, на 2 дня, наверное. Потому что на 3 дня она что-то получается соленая. Так, а это у меня кита уже пошла. Ну, такая тоже с изменениями она. Изменения есть. Не морская, но уже пресную воду хапнула. Мяско у нее еще красненькое. Будем солить. Мы приехали на новую квартиру, сейчас поднимемся. Мы перевозим потихонечку мебель свою. Уже увезли стенку. Вот. А пока здесь живут Женя с Полиной. Вот. Мы уже купили сюда новый стол на кухню, стулья. Сейчас поднимемся, я вам покажу. Все, мы пришли на квартиру.
Это сейчас мы находимся на кухне. Вова уже чаек пьет. Сейчас покажу вам стол. Вот такой стол. Поверхность дымчатого цвета, да? Серого цвета такая. Ну, светленькая. Ножки потемнее. Деревянные. Он раскладывается. Вот так удобненько. Удобный стол. Вот стулья, которые мы взяли. Такие вот. Сейчас подъезд. Стульчик. Вовочка, сядь на стул. Надо показать. Вот такие стульчики. Ну, два взяли, потому что маленькая кухня. Маленькая кухня. Два таких стула вполне хватит. И потом еще две табуретки. Ну, одна есть и вторая есть. На первое время хватит. Стол раскладывается, если вдруг нужно побольше людей посадить. Так вот он раскладывается. Ну, теперь больше стало. Уже можно раз, два, три человека посадить на одной стороне, на другой стороне. Купили мы пленку еще. Как она называется? Как она? Дерево или какая? Силиконовая или дерево? Силиконовая какая-то. А ты той стороной положил? Да. Да? Угу. Вот такую пленку защитную купили. Выбрали специально такой цвет, чтобы не цветной. Потому что цветной никто не хочет. Ну, под цвет стола. Ножки серые и пленочка серенькая. Вот, пока у нас кухни нету, все стоит вот так вот, на что, на всех поверхностях, какие есть. Пока на квартире живет Женя с Полиной, мы еще пока не переехали, перевозим пока потихоньку мебель, у нас там в доме полно вещей, нам нужно как-то думать и куда их перевозить. Вот стульчики удобные, спинка. Вот такие вот мягкие. Такой современный вид стульчиков. Ты доволен? Стульчик. Тебе нравятся стульчики? Угу. Ну вот. Пойдемте сходим в нашу комнату, в зал. Посмотрим. Так, вот два шкафа пока. Пока два шкафа таких больших. От стенки дверцы, там ящики всякие. Наша молодежь заняла комнату небольшую, маленькую, которая, да? А мы будем в зале. Ну,
Не знаю, весна наступит. У нас практически здесь не было. Весна наступит, ну, уже наступила. Лето наступит, мы, наверное, на участке будем находиться постоянно. Вот. Сегодня погода такая, целый день. Дождик. Ну, какая-то, ну, прохладная погода, да? Дождь идет. Плюс один. Тает все вокруг. На рыбалку надо съездить за селедочкой. Что-то на завтра тоже дождик обещают. Целый день будет дождь. Потому что нам на летнюю рыбалку селедка нужна. Ну все, на этом у нас все. Всем до свидания. Пишите ваши комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь. Всем пока!